Инициатива создания лицейской академии управления поступила от управления образования Брестского облисполкома. И мы ее с радостью поддержали, потому что сотрудничество областного лицея и президентской академии является закономерным и уверенно станет полезной для обеих сторон. Дело в том, что к нам в лицей поступают мотивированные учащиеся, и в данной ситуации они будут иметь возможность дополнительного образования. Мы горды, конечно, тем, что педагоги лицея дают такой уровень образовательной подготовки, что наши лицеисты востребованы ведущими вузами нашей страны. В том, что в Брестском областном лицее имени Машерова обучается мотивированная молодежь, сомневаться не приходится. Здесь к знаниям стремятся, о чем свидетельствовал неподдельный интерес ребят во время встречи с минскими гостями. Общаться с преподавателями престижного вуза – честь. Такой уникальной возможностью они воспользовались и не преминули задать парочку актуальных вопросов о деятельности ведущего учреждения высшего образования, об особенностях организации образовательного процесса, о нюансах вступительной кампании, об условиях поступления и обучения. Как вариант, я, конечно, Академию управления рассматриваю. Я еще и до встречи рассматривал как вариант для поступления в это учебное заведение. Ну вот после вчерашней встречи я еще больше стал уверен, что я думаю, что поступлю туда. Новость о создании лицейской академии управления была встречена лицеистами на ура. Ребята понимают, перед ними открываются новые возможности. Каждый из них сможет раскрыть свой потенциал, развить коммуникативные навыки и лидерские способности, определиться с выбором направления деятельности и, соответственно, профессии в будущем. Хорошим примером стали студенты Академии управления при президенте Республики Беларусь, приехавшие поделиться собственным опытом. Наша задача прежде всего познакомить учащихся лицея и других учреждений среднего образования с тем образовательным продуктом, который мы можем им предложить, с тем, чтобы они смогли определиться, пойдут они к нам учиться или нет. По трем специальностям Академии управления: государственное управление права, государственное управление экономика, управление информационными ресурсами. Соответственно, мы предлагаем факультативные занятия, в том числе в дистанционной форме, мы предлагаем мастер-классы. Уже вчера учащиеся Брестского областного лицея смогли поучаствовать вот в одном таком занятии, которое провели наши студенты. Сколько знаю, результат отличный, им понравилось, и надеюсь, что они уже ощущают определенным образом связь с Академией управления. Академия управления при президенте Республики Беларусь не один год осуществляет сотрудничество с учреждениями среднего и высшего образования всех регионов страны. Такая практика доказала свою эффективность. Результаты работы с Брестским областным лицеем имени Машерова не заставят себя ждать.